делать сейчас. Чего? Гостиница Октябрьская. Метро Восстания. Ну, дорогие друзья, если кому-то холодно или наоборот слишком жарко, пожалуйста, сообщите, будем регулировать температуру воздуха в салоне. Ты что, жарко, душно как-то. Молодежи всегда жарко. Возможности там есть. Лавки сувенирные и магазинчики, кафешечки там есть. Но большуганские очереди и сумасшедшие цены. Да, конечно, сумасшедшие. Вы понимаете, что город Сортавала и горный парк теперь у нас курортное место. Цены как в Сочи. Я постараюсь в ходе своего рассказа рассказать вам о том, какие сувениры настоящие, карельские, которые можно будет посмотреть со смотровой площадки. Смотровая площадка позволяет пофотографировать, посмотреть, но туристы, как правило, берут за свои деньги, это стоит 400 рублей, экскурсию по экотропе. Примерно полчаса уходит на осмотр этой экотропы, больше там водопадов. Чтобы наша поездка прошла комфортно, необходимо выполнять некоторые правила. Прежде всего, это не двигаемся, не передвигаемся по салону автобуса во время движения. В течение всего времени поездки правила требуют от нас быть пристегнутыми ремни безопасности. Ремнями безопасности у нас на участок движения дороги будет аварийно опасный участок дороги. В салоне автобуса запрещается кушать, питание запрещается, однако разрешаются любые напитки. В
На пути нашего следования будет пограничный контроль. Я надеюсь, что все взяли с собой паспорта. Мы сейчас с вами направляемся в сторону города Приозерска. Первая техническая остановка будет в городе Приозерске. Ну да, обычно да. Через 2 часа. Сегодня на маршруте довольно много туристов, много автобусов, поэтому мы будем стараться попадать на те стоянки, где возможно сходить в туалет. Один из важных моментов нашего путешествия – возможность всегда сходить в туалет на стоянке или на каком-то объекте. Мы сегодня с вами едем в город Сартовало, горный парк Рускеала. Пожалуйста, вспомните, куда вы покупали билеты, чтобы мы сами не ошиблись, что мы едем действительно в Республику Карелия, в город Сартовало и в горный парк Рускеала. Советская Россия, Финляндия отдавала больше 10% своей территории. Всю местность, которую мы сегодня... Даже по канатной дороге едет, нет. Тут... Холостую. А вот девчонка летит. Храбрая. Прибытие. Тань. Да. Хорошо. Итальянский карьер. А тут снег. Капельки увеличу. Увеличил? Да, ну вот между деревом их тут не видно, но увеличил. Увеличил капельки. Провал, но не пятигорский. Рускеальский провал. Подожди, я надо там увеличу. Это где-то здесь. Видно, что там шевелится. Там тролли бегают. А, да. И здесь еще. Мраморная. Да это, конечно. Так, вот сейчас парочка поедет. Так, готовы, девчонки? Готово? Давай, пошла. Thank you.
машины. Да, вот там водопад. Давай себя снимем. Мы тут двое. Да, сильненький такой водопадик. А там еще, видишь, надо пройти плит. Идем.